С вами снова мы, снова будем рассматривать актуальные вопросы, которые мы наблюдаем все вместе с вами. И, конечно же, на столе карты, вы перед экранами, а с вами я, Владислав Грицай, мастер нумерологии, таро, психодрамопрактик, игропрактик, коуч и Константин Дьяченко. Привет, Константин Дьяченко, как всегда, с вами. Сегодня, как всегда, карты таро тоже с нами, и они будут помогать нам отвечать на ваши вопросы. Применит ли Путин ядерное оружие против Украины? Мысли, чувства, действия. Прекрасные ответы. Мысли. Карта за мысли. Смотрите, конкретная молния за ядерное оружие, за разрушение всего. Да? Я говорю, как интересно, что карты были прописаны очень давно, когда еще ядерное оружие было не заражено. Это наши чувства. Все боятся, что всем тогда сразу трындец, да, это смерть всего, смертность всего. Тут уже, как говорится, не просто трансформация, а совсем-совсем. И действия, смотрите, в данном случае выпало все три старших аркана. Это не ракета, это не то, что взлетает, это именно то, что колесница, то, что возится. Поэтому технику военную однозначно он будет применять. Вот если бы в этой позиции лежала эта карта, тогда бы мы, наверное, с Владом рассуждали про ядерное оружие. Но это останется, слава богу, как говорится, это в позиции мысли. Поэтому молния остается в позиции мысли. Это бомбежки, да, бомбежки, прилеты, да. Но именно использование военной колесной, повторюсь еще раз, техники. Нужно сказать, что этот расклад не исключает вообще вероятность ядерного оружия, давай будем честны, потому что башня в раскладе и в позиции мысли говорит о том, что действительно такой вариант рассматривается. Лично ли Путиным, его окружением, это уже другой вопрос, но однозначно башня в этой позиции говорит, что такой расклад, он рассматривается. Кость, я бы тебя попросил, наверное, карты Таро дверей, дополнительную карту на смерть вытащить, я очень тебя попрошу. Я понимаю, что сейчас очень многие напряглись, но я не чувствую, я чувствую, что бомбить будут, но не ядерным оружием, не ядерным оружием. Так, по просьбе Влада я возьму три карты дополнительных на позицию смерть. Колесо фортуны, мир. Смотрите, колесо фортуны. Давай я проясню, что это значит. Колесо фортуны – это за столом решают. Причем, смотрите, в этой колоде колесо фортуны является такой необычной картой. Обычно, да, в стандартных колодах, классических, колесо фортуны изображают без людей. Здесь есть четыре стороны, стороны, которые договариваются между собой. Очевидно, на позиции смерть, показатель колеса фортуны – это показатель того, что будут переговоры, и они, скорее всего, уже сейчас идут, мы просто об этом не знаем. И это, вероятно, сейчас, позже, Костя, еще до этого дойдем, и это, вероятнее всего, речь вообще не идет о международных договоренностях. Скорее всего, это в позиции, в состоянии близкого окружения Путина, есть договоренности, которые практически сводят на нет все попытки и сводят на нет реальный запуск ядерного оружия. То есть это карта тайных договоренностей. Это однозначно, мы четко это видим. Это означает, что просто-напросто человек, люди, которые рядом с Путиным, они создают иллюзию того, что ага, мы сейчас запустим ядерное оружие, но по факту договоренности, тайные договоренности по десятке арканов, они показывают, что это не произойдет. Вот и все. Мысли, чувства, действия. Опять, как говорится, извините за каламбур, хочется начать с конца. Ну, Евросоюз, ну да? Какие, ребята, ну какие могут быть мысли о вторжении, если у вас сил нету да. Сил. Силы-то закончились. И вот эти чувства, вот они пытаются найти, как же договориться, как же к этому Евросоюзику подступиться, где найти те ключики в разговорах, чтобы открыть эти двери. Девушка в синем одеянии, ну четко нарисована, смотрите, как
ну, мне кажется, что это чуть ли не национальный костюм каких-то литовских народов. Ну, это да, очень на прибалтийский какой-то стиль похоже, это правда. Ну, ребят, ну тут, хотя эта карта положительная, как да, но она сейчас в этой колоде мне показывает, что, обратите внимание, сил нет, да. Если вы до чего-то там хотите дойти бесконфликтно, то только договариваться и найти нужные ключи для этого. Как бы в положении мыслей и желаний не стояла бы сила, то есть как бы не хотела Рефия надавить на соседа своего, да, но нет реальных инструментов, то есть вот эта вторая позиция, да, подбор ключей, нет реальных инструментов, чтобы обойти закон, потому что потом навалится полная ответка. Поэтому однозначно карта Иерофанта — это как про союз, закон как союз, да, ЕС и НАТО в том числе. То есть здесь однозначно ответ в том, что желание есть, опять-таки, мы видим очень похожую ситуацию. Желание есть, но средняя карта показывает, что нет возможностей. И финальная карта показывает, что реальных результатов, реальных итогов добиться и не получится, потому что это просто, ну, банально невозможно. Слишком много сдерживающих факторов. Как тогда Россия с этого всего будет выкручиваться? Ну, давай. Но чисто гипотетически. Хорошо. Но выкручиваться же надо. Мы смотрим РФ, а это опять про распад. Это про распад. Ну да, потому что, смотрите, карта номер один. Это девятка. Угу. Которая показывает, ну, колода ключей, дверей, да? То есть, куда ключи открываются. То есть, куда-то надо уходить. Очень много светлых умов поуезжало из РФ. И вот эта карта... Это про... как начало, правильно? Это да, это начало? Уже началось, это уже сейчас, ну, активно продолжается. Очень, знаешь, мне больше всего нравится в раскладе, то, чего точно не ждать, так это солнышко. Вот то, чего... Это позиция, чего не стоит ожидать. Не стоит ожидать солнышко. Это, конечно, без комментариев. Что тут можно сказать? Да. Хорошо не будет. То есть тепленького местечка не найдется, а найдется могильная плита. Ребята, да. Найдется понимание того, что все было сделано не так, и это осознание придет резко, быстро и, к сожалению, для них катастрофически. К счастью, для нас. Верхняя карта Королева Кубков говорит о том, что поменяются полностью символы веры, поменяется полностью, я бы даже сказал, религия. И на основе религии и будет распад, который мы видим по карте смерти. А вытащи, пожалуйста, еще одну карту в центр. Можно даже из нашей колоды. Мы закрываем для нас десятки пентаклей. Давай я тебе скажу, что я вообще, ну, как бы мысленно, какой я поставил запрос. Через какое время, ну, плюс-минус, эти земли станут, ну, адекватными, скажем так. Выпала десятка, ну, для меня это либо 10, ну, что-то кратное 10, то есть, ну, тут даже сложно сказать. Я думал, что выпадет чуть более конкретно, но это только показатель того, что чтобы провести вот эту духовную трансформацию, ну, минимум 10 лет нужно, это самый минимальный срок, но это прям очень хороший прогноз. Я думаю, что лет 40-50 нужно будет эрефийцам, а может быть, это 10 поколений уже. Такое тоже. Я прошу прощения, Влад, я дополню. Ты очень четко сказал про поколение. Смотри, дерево – это тот род, это корни, род, которого так глубоко, а дети – это совершенно другое. Вот видишь, наверху они даже дом построили не такой, как родовой замок. Да. Ты четенько сейчас сказал про род. Поэтому, мне кажется, когда вырастут дети как минимум 10-летнего, наверное, возраста, которое будет, то есть как минимум 10 лет, как минимум, а может и до 10-го колена, как говорится. Это очень жестко, но такое тоже может быть. Мы всегда говорим правду, только правду и ничего, кроме правды. С вами был Константин Дьяченко, таролог. И Владислав Грицай. Друзья, спасибо, что мы с вами вместе. Спасибо, что вы нас смотрите, задаете вопросы. Для нас это очень ценно, очень важно. Ну и, конечно же, слава Украине!